Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и сегодня мы посмотрим на игрушку, которая называется Tower Defense Legends. Зеленый лук, компания. Здесь собралось около 700 человек, но некоторые умные люди решили залить всю площадь арахисовым маслом. И всем было запрещено входить, пока муравьи не съели все это. Конец. 20 жизней, 3 волны и первый уровень. Можно найти... Ну, неважно, что тут можно найти. Поехали. Первый уровень, я так понимаю, это будет обучение. Что это? Кто это? Это кто? Это лучник у нас, ё-моё. Так, а это кто? Это у нас маг. Это кадетская игра, что ли? Идут гоблинцы. Ой. Так, погоди, а что это? Применить. Окей. Блин, а, тут еще какие-то башенки мне помогают. Окей. Ладно. Так, значит, у меня здесь лучник, здесь маг. Я ничего пока сделать не могу, не прокачать, ничего, да? Все? А, три волны здесь. Ну, конечно же, три волны. Вызываем следующую. Это кто? Это что за утконос, елки-палки, вылез там мне? Ну это ладно, еще на гоблинов похоже. Ну, как-нибудь можно сказать, что это гоблины. А что такая графика-то? Ну, это игра для детишек? Вообще для маленьких самых, да? Или что? Или я чего-то не знаю. Ну ладно, посмотрим, ребят, что будет дальше. В любом случае, показать надо. Так, не пройдут. Не пройдут, окей. Последняя, третья волна. У нас еще есть вот такой вот с вами. Опс. Сдуло просто их к ядрине фени. Ну вот куда вы идете, а? Мало того, что они как утки выглядят, так еще и с рогами на голове. А эти камни не могу ничего улучшить. А при чем здесь муравьи на площади? К чему это все было-то? Это муравьи типа идут, да? Нет, конечно, это натуральные гоблины. У нас копятся с вами монеты. Для чего, если я ничего не могу здесь построить нового? Понимаешь? Какие-то лучники смешные здесь выглядят, по крайней мере. Да и добьем. На, лучом. Все, три волны прошли. Нас поздравили, мы получили с тобой морского конька и какую-то ракушку. Можем двигаться дальше, да? Это, я так понимаю, будет, наверное, герой у нас. С собачкой. Офигеть, времена вроде старые, а тут поезда вовсю гоняют. Что тут? Ежедневно награда. Награда. Ну, давай посмотрим, что у нас здесь. 120 монет. А ежедневно... А, получить. Что я там получил? Просто получил один день, и все. Ладно, уровень 2. Кстати, я еще и не на 5 звезд, оказывается, прошел. А что же я там пропустил-то? А кто это такие-то? Я не могу понять. А? Что они спят? Они должны быть открыты. А как их открыть? Пока тоже не знаем. 4 дня до нашей эры была самая большая машина для приготовления капучино из когда-либо созданных. А люди были поражены лучшими ингредиентами и монументальными усилиями. Сегодня многие считают, что его построили люди с гигантскими ногами. О чем тут речь идет? Это что за перевод? Кроличья тропа, компания. Ну ладно, давай посмотрим. Раз уж... Кто это? Ты кто, чудо-юдо, а? Кто ты такой? Ты на облаке летаешь, парень, да? Я так понимаю. Оу. Оу, тут карта, оказывается, вот как она идет. Так, ладно. Враг пойдет отсюда, этот меня ждет, работяга. Типа, да? Ладно, поставим лучника. Здесь поставим, кто это такой? Башня замедления. Окей. Сюда поставим бомбы. Это главный герой, да? Это действительно, ну, для маленьких, вообще самых юных детей игра, которые только, вот, наверное, постигают игры из жанра Tower Defense, типа, которые не могут еще играть, типа, ну, в более-менее серьезные игры, вот для них, наверное. Ну, ребят, уж начал выпускать, пускай уж будет. Вы понимаете, что я люблю, конечно, игры такого жанра, но мне кажется, она, ну,
ну, детская, ну, наивная. Мало того, что она, ну, сам понимаешь, да, скопирована. Сам знаешь, с какой игры. Практически один в один. Ну и как-то, я не знаю, ну, точно вот для маленьких детишек предназначено. Это у нас эльф, оказывается. Это у нас эльф. Так, давай мы с тобой сюда вот поставим мага. Я же сказал мага. Обалдеть. Мне не дали мага сделать. А улучшать-то я... А, могу. А ну-ка. О! Он стал поэффективнее стрелять. Фиг его знает, ребят. А может быть потом дальше будет жесткая игра. Я же не знаю этого. Я так, навскидку, что вижу, о том и говорю. Так, уничтожили. Ну, главный герой, конечно. Ладно. И причем название это такое громкое. Tower Defense Легенды. Это не просто так. Не хухры-мухры. Так, ладно, ускорить-то я... я не могу ускорить даже игру. Плохо. Ладно, справимся. Сколько волн-то? Всего три. Слава богу, что их три. Я не знаю, ребят, может быть, ее не выкладывать на моем канале. Меня поймут, может, неправильно. Фиг его знает. Что это? Ну что это за наивность, а? Ну, серьезно. Давай, мага выставим здесь. Тиш, тиш. Блин. Ладно, давай бомбанем. Я так понимаю, что это игра от наших разработчиков, потому что в плане все это перевода, менюха. Ну, только наши так могут сделать. Окей. Прошли мы этот уровень. Хотел сказать, с горем пополам. Я бы, наверное, сказал по-другому. С горем пополам я дождался, когда он закончится. И у нас тут, видите ли, а, тут карта. А, вот оно как. Мы должны, видимо, сюда попасть, да? Через обсерваторию. Я не знаю. Тут еще одна обсерватория. Там у нас избушка, мельница. Я думал, избушка на курьих ножках. Тут какая-то статуя большая. Голова, точнее. С пальмой. Ладно. Вот это, конечно, да? Удивляет меня. Старые времена. Колесо обозрения. Ну, это наши могли только разработчики это делать. Так, секретный путь. Это похоже на путь, но это может быть золотой волос по всей земле и вселенной. Предки говорили, что, к сожалению, они почти ничего не писали о рецептах печенья. О чем тут речь идет? Друзья мои, у меня вынос мозга, понимаешь? Просто вынос мозга. О чем? Какое печенье? Какой золотой волос? Ну... И чё? Одна дорожка, должен защищать ее, да? Окей, давай, лучник здесь. Бомбарда здесь. Бомбарда. Так, вышка стоит. Этот уже лучник тут улучшенный. Этот спит вовсю, храполя дует. И поставим эльфа вот сюда, вот в серединочку. У нас что, тут инвентарь еще есть, нет? Показалось? А, подожди. Ну да. Динь-динь, гонг, ё-моё, как будто тут брей-ринг. А, у нас даже заклинание есть, оказывается. Запомните это, у нас есть заклинание. Ага, собачки там лают, все как полагается. Мы можем твой улучшать. Так, тихо, 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 не надо тут выпендриваться мне. Не пройдете все равно. Все равно не пройдете. Так, подбили. Тут, к сожалению, будет 5 волн. Нам придется потерпеть, друзья мои. Нам придется с вами потерпеть. Так, улучшить. Почему такая большая проблема с монетами? Вот. Стреляет. Ой, смотри-ка. Новые виды монстров у нас здесь. Какие-то грифоны. Какие-то грифоны. Так, чтобы нам... Мы пушку можем улучшить за 900 монет. Оу, тихо, 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 роднули. Куда это вы разогнались-то? Шитики. Ну-ка на, получи, распишись. По-другому тут не скажешь. Что, вызываем следующую волну? Так, ага. Я улучшил лучника до третьей стадии. Это уже там продвинутый лучник. Видите, он с бородой уже, все. Постарел, бедолага.
Постарел. Так, здесь грифонов целая куча. А мага сколько? 180, да? Сейчас мы улучшим мага. Посмотрим. Ничего абсолютно не поменялось, кроме его раскраски. Графика на высшем уровне. В кавычках, ребят. Ну, на самом деле, это Tower Defense действительно для детишек, по ходу дела. Для самых юных. Чтобы они не пугались каких-нибудь монстриков. И чтобы им было действительно посильно эту игру проходить. Но для меня она кажется, ну уж слишком по-детски все это выглядит. Все это как-то так наивно. Ну, поиграю, пару уровней пройду. Посмотрим, что там дальше, куда мы там переместимся. Будет ли тут босс, тоже интересен вопрос мне. И если будет, то как он будет выглядеть. Так, пушку улучшили. Еще улучшим лучника. И выпускаем сразу пятую волну. Пятая волна. Эльф у нас летает на облачке. Как этот... Как его звали-то, помните? Бог обезьян-то, он у нас тоже там на облачке летал. Юкон, или как его там? А? Тихо, волчара, успокойся. Хочется посмотреть, конечно, новых каких-то монстров. Может быть, я ошибаюсь, и она не такая детская. Так, ну, в любом случае, мы с тобой прошли этот уровень, как ни крути. Причем вообще без проблем каких-либо. Так, давай глянем, что дальше. Может быть, там придут еще какие-нибудь муравьи на площадь и съедят чего-нибудь. Где мы с тобой оказываемся? Вот здесь. Погоди-ка, а я могу вот здесь вот... Тут есть волчок, как ни странно, который ты можешь крутануть. Ну, точно. Это наши разработчики делали эту игру. Очень много откуда все слизано. Это, например, по-моему, сыдл героев. И рулетка вот эта вот слизана оттуда именно. А тут награды улучшать им. А, ну, это вы прекрасно уже понимаете, откуда вот это вот слизано, да? Я даже думаю, не надо объяснять, откуда именно. Чего не хватает-то? Что, я должен купить себе очки на развитие? Ты что, серьезно, что ли? Вот так вот тут все это делается? Ну ладно, предположим. Так, магазин, награда, монстр. Ага, враги. Нет, ребята, наверное, все-таки не наши, но скорее всего наши. Тут вот не переведено почему-то, к сожалению. Ну что, пойдем с тобой на четвертый уровень. Зеленый лес все еще является частью парка королей, но больше нет диких кроликов-лягушек, нет оленей с рыбьими хвостами, нет странных стволов с каким-то светящимся веществом и желтым знаком. Прошлое было намного лучше. Ё-моё, да что же они тут несут, а? Что они несут? Так, лучник, тут тоже будет лучник. Две дорожки мы должны с тобой защищать. Где мой герой? Вот он идет, летит на крыльях счастья. Давай с тобой... Нет, вот так вот поставим пушку сюда, да? И все, и запускаем. Посмотрим. О, смотри, как гномы. Гномы, да, появились. Так, тихо, подожди. Что ж ты так умираешь-то страшно? С таким хрипом. Как будто я не знаю, что с тобой там произошло. Ой, ё-моё. Дети могут испугаться, услышав такой хрип. Так, подожди-ка, мне не нравится, что... Что вот это вот у меня сачкует здесь. Давай, приступай к битве. Вызываем еще одну волну. Здесь уже 6 волн. Так, здесь... О, смотри-ка, у нас появились орки или гоблины. Нет, это, скорее всего, орки. Так, героя моего никто не трогает. То есть я спокойненько летаю себе на этой тучке и припеваючи могу расстреливать. Эй, хорек, давай. Ага. Герой, ты будешь идти сюда или нет? Господи, как же они ужасно хрипят, а?
Давай. А этот, он еще, оказывается, и хиллер. Угу, понял. Он еще и хилит потихоньку там. Так, идут грифоны. Летят, точнее. Так, дай-ка я вот сюда вот так вот бомбану. Я не могу понять, в чем разница между вот этой магией и вот этой. По-моему, абсолютно одинаково все. Так, тихо, тихо, тихо. Ну, понятно, пушка не может, ребята, расстреливать летящих юнитов. Это по закону жанра так и должно быть. Но этот-то лучник, надеюсь, не будет спать здесь. Не спит, активировался, молодец. Расстрелял все, как полагается. Четвертая волна. Брейринг начался. Башня замедления. Я, правда, не знаю, как она тут замедляет их. Хорош. Так. Погнали, ребят. Единственное, я вас прошу, только, ребят, не дизлайкайте. Я на самом деле не знал, что это за игра, что она вот именно вот такая вот. Если бы я посмотрел бы ее заранее, может быть, я даже не стал бы ее, как говорится, показывать вам. Хотя все знают, что Tower Defense я люблю. Но здесь, ну, как-то вот все по-детски. Не наш уровень, да? Хотя, знаешь, на вкус и цвет товарищи нет. Мне, может быть, она кажется детской, а может быть, кому-то из моих зрителей она очень даже зашла. Или зайдет. Я не удивлюсь. Так что, ребята, не слушайте меня и играйте. Наслаждайтесь. Главное, чтобы нравилось вам, в первую очередь. Мое дело вам показать. А уже решать, как говорится, вам. Так, давай вот так сделаем. Вот этого лучника надо улучшить маленько. Так, что дальше? Ну все, грифончиков мы этих подбили с тобой. И остается у нас последняя волна. Давай вызывать. Вот этого надо тоже улучшить, чтобы он тут на ранней стадии уже бомбил их хорошенечко. Оу, я могу дальше улучшать. Но дорого стоит это все, конечно, улучшение. Что-то у меня какой-то главный герой ватный. Еле-еле там стреляет. Эти лучики как-то пободрее на вышках, да? А мой там, пока натянет тетиву, пока выпустит стрелу. Да. Но, тем не менее, мы прошли с вами этот уровень. Надеюсь, на 3 звезды. Почему-то проходится оно на 5 звезд. Должно проходиться. А я всего по 3 звезды зарабатываю. Ну, ты видишь, да? 3 верхние и 2 внизу. Не знаю, как, ребята, дальше там получать. И, видимо, это последний уровень на этой карте. Потом дальше нас, наверное, куда-то переместят. Судя по всему. Может быть, даже здесь будет босс. Так. Вот это вот что такое? Как вот... Как вас активировать, ребята? Что с вами нужно сделать? Вы для чего тут вообще стоите-то? Ладно. Лесной перекресток. Пересечение старого и нового мира. Это только для самых смелых, сильных и тех, кто может сосчитать до 10. Есть много орков, которые охраняют проходы, но их загадки, как правило, простые, математические. Окей, поехали. 5 волн здесь, так что готовимся. Угу. Загадки их непростые, математические. Как нам уже объяснили, ладно. Я считаю, что надо начинать здесь почему-то именно с лучников. Не знаю почему, ребят, но это самое то. Так, выставляем вот сюда вот нашего этого. Поехали. 5 волн, в принципе, не так уж и много. Ой, смотри-ка, новый вид монстров появился. Какой-то кабан. Так, слушай, мне не нравится. Мне не нравится, что они тут... Ой, как-то их многовато здесь. Но ведь я же умею считать до 10. Так, погоди. А чё он такой сильный? Чувачок, оказывается. Так, давай. Бомбим. 260. Следующее улучшение. Ну вы этого-то орка вольните, а он хиляется. Он хиляться начинает. Окей. Так, подбили. И гнома этого тоже завалили. Так, следующая волна у нас. Улучшаем лучника. Так, 170 нужно, да, монет?
Давай сюда переведем героя нашего, пускай он стоит бомбит. Ну, вот эта вот башня-замедляшка, ну, как-то от нее я не вижу никакого, ребята, существенного эффекта. Скажу по чесноку. Не вижу, чтобы она тут как-то замедляла. Есть, но это минимальный процент. Просто минимальный. Так этого не ощущается здесь. Так, давай мы с собой этого псину завалили. Этого сейчас тоже сейчас. Ну, куда-то там. Ну вот это да, крепкий, не спорю. Но он не зря, ребята, в броне в такой идет. Шапку натянул себе до пуза и ходит, теперь выделывается. Так, 260. Ну, давай, маг. О, задорный такой маг стал. Бомбит великолепно. Весело, так скажем, да? Так, что-то как-то мне кажется, что враг тут что-то прет уж чересчур. Нахрапом. Нахрапом бежит. Давай вот так вот сделаем. Окей. Могу улучшить. Так, последние два орка тут идут. Они, главное, сами себя отхиливают, а? Засранцы мелкие. Ладно, все равно мы его нахлоб... А, у нас еще и наверху тут, оказывается, есть. А я даже на это не обратил внимания. Ну что, выпускаем четвертую волну. И вот так вот сразу. Бам! Отлично. Вот этого шитика надо улучшить. Что мне привязалось это слово шитик, ё-моё. Уже в какой игре его все? Шитик, 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 шитик. Ой, тихо, подожди. Эй. Не надо мне тут выкрутасов никаких, пожалуйста. Смотри, что творят, а. Так, у меня магия на откате, да? На откате. Пора применить. Окей. Завалили. Ну что, вызываем с тобой следующую волну, это последняя. Босса, я так понимаю, тут не будет вообще никакого, да? К сожалению. А мне хотелось, я думал, что здесь, ну, хотя бы босс будет какой-нибудь. Пускай даже один из этих монстров, хотя бы он был бы покрупнее, ну, чтобы отличался хоть как-то от них. Но, к сожалению, нету. Это плохо. Может быть, на 10 уровне будут какие-то боссы. Не знаю, не уверен. Так, что ты тут хиляешься мне, а? Хиляется он. Так, не пропускаем, уничтожаем. Эта башня урон не наносит, да? Она просто замедляет. Все? Все, ребята? Получил еще новое достижение. Мук. Мук, мэг. Почему вот эта картинка здесь, я не понимаю. Оцените, не-не-не-не-не. Потом. Да, друзья мои, мы с вами якобы переместились на следующую территорию. Так скажем, здесь пруд, все дела. Что хоть тут пишут-то они? Токсичное болото это называется. Я думал, что это пруд, а это токсичное болото. А некоторые люди говорят, что есть зеленое, похожее на людоед существо. Обычно только народные сказки или страховое мошенничество. Да как людоед нападает на любого возле местных болот? Мы не покрываем это. Да что же тут, ё-моё, тут вообще тут, ну, нету смысла, друзья мои. Ну вообще, ну... Не знаю. Ладно, ребят, все, буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И обязательно увидимся в следующих новых видосиках. Так что, всем до скорого и удачи.